Проехать по Керченскому мосту, оценить масштаб стройки, и все это за 59 секунд. В интернете набирает просмотр ролик, авторы которого предлагают совершить экспресс-экскурсию. Виртуальная поездка по технологическому мосту в ускоренном темпе позволяет увидеть, на каком этапе находится возведение переправы. Самый длинный в России мост протяженностью 19 километров соединит Таманский полуостров с Крымом. Движение автомобилей планируют открыть в конце 2018-го, а железнодорожное сообщение предполагается запустить в 2019 году.